Боец в синем углу. Ему 22 года. Рост 175 сантиметров. Вес 66-100. Его базовый стиль — рукопашный бой. Профессиональный рекорд 3 боя, 3 победы. Из Москвы Артур Соловьев. И его соперник в красном углу. Ему 24 года. Рост 173 сантиметра. Вес 66-200. Его базовый стиль – вольная борьба. Профессиональный рекорд – 4 боя, 4 победы. Из Грозного – Сайфулла Джабраилов. Рефери боя – Александр Сидорин. Итак, у нас первый раунд между Артуром Соловьевым и Сайфулла Джабраилов. В октагоне. Это такой хлесткий middle kick в исполнении Артура Соловьева. Пока так в стойке поединок идет у нас. Вот тут был немножко удар ниже пояса, но извинился Соловьев. Хороший хай-кик в исполнении Джабраилова. Вообще, поединки между небитыми бойцами всегда интересно. Оба должны быть мотивированы. Хорошо сейчас. Опа! Очень точный удар сейчас нанес точно в подбородок Артур Соловьев. И тут же попытка удушающего. И плотно берет за шею Сайфулла Джабраилова. Да, смотрим, сможет ли освободить голову Сайфулла Джабраилов. Поставил гард. Да, абсолютно верно. И внимательно рефери сейчас следит. Пытается что-то сделать Сайфулла Джабраилов. Все. Да, и это уже удушающий. Вовремя, очень вовремя. От самого начала как раз этого момента подхватил рефери и остановил поединок. Ну что ж, вот такой скоротечный бой. Пришел в себя Сайфулла Джабраилов. Ну а мы поздравляем Артура Соловьева с досрочной победой. И в любом случае уважение его сопернику. Абсолютно верно. Да, очень яркий такой первый раунд. И вот досрочная победа в первом раунде в исполнении Артура Соловьева. Мы ждем официального объявления победителя в этом бою. Удушающий прием. Победа.